Дополнительные выплаты врачам и финансовая помощь гражданам в период пандемии стали поводом очередного выступления Владимира Путина. О новых мерах поддержки президент рассказал во время селекторного совещания с главами регионов. Так, врачи, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, будут получать доплату в 80 тысяч рублей. По 50 тысяч рублей средний медицинский персонал и 25 тысяч выплатят младшим сотрудникам. Кроме этого, доплаты получат работники скорой помощи, фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин. Всего на эти цели из бюджета выделят 10 миллиардов рублей, а выплаты будут проводиться в течение 3 месяцев, начиная с апреля. Дополнительные средства выделены также на подготовку учреждений здравоохранения к принятию большого количества пациентов. Более 33 миллиардов рублей направлено на развертывание дополнительных специализированных, полностью оснащенных коек в больницах, инфекционных отделениях. Еще порядка 13 миллиардов рублей выделено на закупку медицинской техники, включая аппараты искусственной вентиляции легких, а также реанимобилей и машин скорой помощи, которые начнут поступать в регионы уже в апреле. Президент сообщил также, что все предприятия малого и среднего бизнеса получат налоговые каникулы. Взносы впоследствии можно будет выплачивать в течение года. Также Владимир Путин озвучил, что безработным 3 месяца будут платить пособие в размере МРОТ, а семьям с детьми, где родители потеряли работу, выделят дополнительно по 3 тысячи рублей в месяц на каждого ребенка.